сказано. Были приняты изменения в закон Курганской области о транспортном налоге. Изменения коснулись ставок и льгот, которые улучшают положение наших граждан. Поэтому данные изменения будут применяться с 1 января 2023 года. Что это означает? Это означает, что 1 декабря в этом году, в 2024, наши граждане получат налог транспортный уже по новым ставкам. Какие изменения произошли? Снизились ставки по транспортному налогу. Как пример, от 150 до 200 лошадиных сил ставка была 50 рублей, сейчас стала 38. От 200 до 250 ставка была 75 рублей, стала 55. И свыше 250 лошадиных сил ставка была 150 рублей, стала 100 рублей за лошадиную силу. Также, проанализировав данный закон, мы посмотрели, что в Уральском федеральном округе ставки и льготы самые лояльные. Как пример, от 100 лошадиных сил до 150 лошадиных сил в Курганской области ставка 27 рублей, в других субъектах начинается на 30 рублей за одну лошадиную силу. Также в данном законе была расширена категория льготников. Сейчас все физические лица, которые владеют транспортными средствами, легковыми автомобилями до 100 лошадиных сил, имеют 100% льготу. Что это означает? То есть налог за транспортные средства до 100 лошадиных сил нынче начислен не будет. Также получается у нас категория льготников – это инвалиды, участники СВО, участники боевых действий, ветераны и льготники, кроме пенсионеров, то есть также к ним относятся многодетные семьи. Льгота будет применяться на автомобили до 150 лошадиных сил. Пенсионерам также добавили льготу. Теперь они имеют право на льготу 20% от существующей ставки на транспортное средство, кроме легкового автомобиля, то есть на иные транспортные средства. Мотоцикл, снегоход. Что еще хочу добавить? Льгота будет применяться только по одному основанию. И нашим гражданам в налоговые органы приходить не нужно. Мы получаем сведения из источников, которые предоставляют вам льготу, так называемый беззаявительный характер. Но если в случае, когда вы получите уведомление и вам льгота была не применена, то после этого вы можете к нам обратиться уже в индивидуальном порядке, либо через личный кабинет, либо лично прийти в инспекцию. Мы сразу же сделаем перерасчет. Вы, самое главное, здесь не пугайтесь. Все изменения и вся подробная информация будет размещена на сайте Управления Федеральной налоговой службы по Курганской области.